В пандемии не нужно забывать и о пожарах, техногенных авариях и непогоде. В Кандалакше отработали действия при угрозе чрезвычайных ситуаций. Командно-штабные учения заняли 3 дня. В первый день тренировки проверили теоретическую подготовку спасателей к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Кандалакшского района. Во второй день перешли к практике. По легенде, в жилом доме произошел пожар, были и пострадавшие. В здании огнем оказались повреждены квартиры и кровля. Спасатели эвакуировали людей, ликвидировали горение и оказали первую медицинскую помощь погорельцам. Также была организована разведка вышедшего из строя электрооборудования и произведено отключение электросети аварийного здания. Командно-штабные учения завершены. Силы и средства муниципального образования Кандалакский район готовы к действиям по предназначению.